Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Дмитрий, и я оператор в Гарант Ремонт. Так, ну что здесь вообще происходит? Уже как полгода на этом канале выходят обзоры готовых проектов. Мы снимаем для вас некоторые этапы ремонта, и вот пришло время перемен. Теперь мы намерены делать больше контента, больше пользы, и в ближайшие месяцы мы заснимем больше лайфа, закадровости, я думаю, это многие любят, и вместе разбираться в понятиях строительства и ремонта. В первую очередь мы возьмем интервью вот у этого человека. Как я нормально сказал, не вызывающий, не это. Нет, нормально. В общем, первый вопросик. Да. Как и когда родилась твоя компания? Компания уже, скажем так, более 10 лет на рынке мы находимся. Начинали мы с самого низу, скажем так, начинали делать какие-то мелкие ремонты. Были вместе с моим старым партнером, с которым мы уже сейчас вместе не работаем, но остались в дружеских отношениях. Вот. Изначально у нас было двое, какие-то были мелкие проекты, вот. Потом работы за счет нашей, наверное, репутации становилось больше, и мы приходили все-таки к тому, что нужно как-то развиваться, как-то расширяться. Соответственно, мы брали к себе на работу в помощь каких-то людей, пробовали. Вот. Ну, исходя уже из этого, формировался у нас какой-то небольшой штат, и приходили к тому, чтобы уже все-таки выходить на новый уровень, скажем так, и делать работы больше. Ну и так вот зародилась, скажем так, наша компания маленькая. Хорошо, а вот именно сейчас Гарант Ремонт, что может предложить людям? По сути, компания Гарант Ремонт, она занимается ремонтом под ключ, как бы, да, ну и не только, как бы, мы можем выполнять ремонтные работы и отдельных каких-то помещений, вот, но в целом, конечно же, интересно выполнять работу именно для клиентов под ключ. Помимо самих ремонтов, самой работы, мы сотрудничаем, и у нас есть дизайнеры, вот, это обычно три человека, с которыми мы работаем вот так вот плотно, то есть мы прорабатываем изначально весь проект, который они делают, обсуждаем его и дальше уже включаемся в работу, осуществляем какой-то авторский надзор, вот, чтобы клиент практически не вникал в саму именно сам процесс работы. Вот. Также у нас есть собственный склад, склад готовой продукции. Вот. У нас есть собственный магазин, в принципе, мы сейчас в нем находимся, магазин-офис. Вот. То есть каждый желающий может сюда прийти, посмотреть, выбрать товар какой-то. Мы занимаемся импортом качественной сантехники из Европы, одних из самых известных брендов, там Вильерой, Пахони, Германия, Италия. Эти все вещи мы можем поставлять, в принципе, на свои проекты, что мы, в принципе, и делаем. Вот. Точно так же у нас есть небольшой отдел логистики, который занимается доставкой материалов, то есть чтобы клиент не занимался этим, то есть не тратил свое время. Этим занимается у нас специальный человек, который ездит каждый день, он покупает какие-то материалы и развозит их на объекты, чтобы упростить работу мастерам, и тем самым сэкономить время заказчику проекта. Давай тогда остановимся на двух моментах. Это получается собственный склад, да, и дизайнер. Вот подробнее можешь рассказать про склады, получается, магазин, в котором мы сейчас находимся. Какая вообще польза для людей? У нас есть собственный склад готовой продукции, да, то есть человек может прийти к нам, выбрать какие-то вещи, посмотреть, потрогать их вживую, и многие вещи у нас есть на складе, сразу же их приобрести. Вот. И начнем с того, что мы являемся первыми поставщиками качественной сантехники из Европы. Но хочу подчеркнуть, что работаем мы только с качественной продукцией. Так как китайский какой-то сегмент или рынок мы не собираемся, скажем так, осваивать, как бы, да. Знаешь, не обидеть китайцев, как говорится, да, что можно поправиться немножко, что якобы не китайскую подделку, да, то есть, сказать, что есть вещи хорошие из Китая, как бы, да, но в большинстве своем это какая-то реплика, имитация, да, там. Смотрите, да, получается, про дизайнеров побольше, то есть вы сотрудничаете, у вас штатные, как вообще? Да, у нас есть несколько своих дизайнеров, да, которые работают конкретно с нами, то есть у нас с ними, скажем так, взаимопонимание, не знаю, взаимовыгодное сотрудничество, да, то есть и... Да, то есть это на самом деле очень удобно, потому что мы как ниточка с иголочкой, да, то есть они делают проект, мы этот проект реализуем, и в ходе реализации этого проекта мы решаем
совместно эти вопросы и как бы без привлечения туда клиента. То есть клиент, головная боль никакая. Скажем так, я как уже русский, не русский начинаю говорить, клиент, боль никакая. Вот. То есть, ну, у клиента нет никаких проблем в плане, мы без него все дело между собой согласовываем и решаем какие-то задачи и прорабатываем проект еще до начала работ на нем. Вот. Мы всегда находимся в стадии развития, да, открыты к сотрудничеству, то есть мы в открытую приглашаем к себе людей для сотрудничества, там, ну, каких-то новых, с новыми идеями, то есть, ну, нет никаких проблем. Вот. Ну, обычно у нас, конечно, основных несколько человек, которые работают именно с нами. А ты говоришь, можете привлекать, у вас какая-то благоприятная почва для дизайнеров? Естественно, мы предлагаем бонусную программу для своих дизайнеров, ну и для новых, естественно, кто работает с нами. То есть это все к обсуждению, как бы индивидуально мы обсуждаем с ними проекты. Вот, и, естественно, какие-то бонусы для них, поощрение, как бы, за то, что сотрудничество происходит именно с нами. То есть, получается, что дизайнер может, по сути, пригласить как раз вас сюда, да, и здесь, и показать какие-то уже новые решения? Да, на данный момент это у нас больше как офис, как магазин, мы еще не открылись, да, то есть мы к этому идем, вот, совсем скоро, я думаю, мы уже все это дело откроем, но на данный момент наши клиенты могут прийти, обсудить проект, посмотреть готовые решения у нас, вот, потрогать руками, пощупать, да, то есть как это будет выглядеть у них, то есть, ну, именно наглядно, то есть не на картинке, а вживую, то есть у нас есть очень хорошее решение, вот, которое можно вживую прийти, посмотреть и, скажем так, выбрать, купить, значит. И все эти решения мы, тщательно прорабатывали, да, то есть эти решения уже проверены, мы не один раз уже их реализовывали, вот, и, как я уже говорил ранее, мы предоставляем полный цикл для своего клиента, да, то есть начиная от дизайна, комплектации, вот, и самого ремонта, и мы уже провели работу, скажем так, над ошибками, то из опыта уже можем порекомендовать именно качественные, хорошие вещи, и что это у вас станет правильно и будет долго работать. Да, и вот как я уже ранее говорил, что мы являемся первыми поставщиками там из Европы всей этой продукции. Вот. Многие могут задаться вопросом, что может быть как-то долго, на самом деле нет, у нас уже логистика вся хорошо отлажена, порядка 5-7 дней, все товары уже приезжают уже к нам, даже в момент пандемии как бы практически задержек у нас никаких не было с поступлением товаров сюда. Вот. Точно так же, если есть какие-то форс-мажорные, обстоятельства, да, там многие задают вопросы, никаких проблем, все ремонтно пригодно, все это быстро точно так же доставляется там, в течение там, пары дней. Если что-то вдруг, не дай бог, все-таки происходит, эта запчасть, она приезжает, как бы, и все устанавливается, и все работает, клиент не испытывает практически никаких трудностей. И помимо этого, у нас есть очень много различных товаров для дома, вот, и совсем скоро на данном канале выйдет небольшой ролик, рум-тур такой будет, где мы познакомим вас, более детально с тем, что у нас есть. Дешевый трап от компании TSE, все это дело в разрезе. От компании Pafoni у нас очень много есть экспозиции по смесителям в разном цветовом исполнении, там в золоте. Там. Также одно из решений, которое мы предоставляем, это каменные душевые поддоны от компании Hupe. Вот. И если вам понравится, мы разберем каждый элемент в отдельности, чтобы рассказать и показать вам более детально про каждый из элементов. Сейчас вот находится порядка 7 проектов уже в работе, которые мы делаем именно с нашими дизайнерами. Только одна сторонняя компания, с которой мы пока не сотрудничаем, предоставила нам заказчик проект, и вот он сейчас будет запускаться как бы работа. Остальные же проекты мы закрываем именно со своими дизайнерами. Так, то есть получается сейчас с вами конкретно 2 или 3 человека работают? Да, то есть. Ставим лайки, чтобы мы сделали в ближайшее время интервью с этими дизайнерами. Я думаю, у них много чего рассказать. Плюс работы еще именно нашей с дизайнерами в том, что мы реализуем проекты, которые на самом деле можно реализовать. Вот. И под эти проекты мы уже наладили процесс именно изготовления мебели. То есть у нас уже готовое решение. То есть не просто пришел, купил сантехнику, да, а будет какая-то шкаф, какая-то тумба. То есть уже готовое именно решение, допустим, для ванн, для санузлов. Вот, где вы можете вживую прийти, посмотреть как бы эти вещи, потрогать, как открывается, закрывается, в каком цветовом исполнении оно будет, с какими ручками. То есть все вот эти вот моменты мы именно прорабатываем и предлагаем сразу готовый конечный продукт. То есть уже вам не стоит заморачиваться, думать,
чего, где, как, и реализовать. Уже это все придумано, как бы, и мы это все уже воплотили в жизнь, скажем так. Хорошо, я надеюсь, что это интервью было для вас полезно. Очень прошу, поставьте лайк, потому что это нам, мы будем видеть, что вам это интересно. А также можете написать в комментариях, какие темы, возможно, вам было бы еще интересно узнать, о каких мы могли бы рассказать вам. Пишите в комментариях, и мы будем все это читать. Всем пока. Вот у меня вопрос. Я реально не понимаю вообще вот в принципе, этом, что это что-то такое. Мы, наверное, ее там нет. Не под... Да, они не подключили. Вот а? На золотом, где золотые? То есть это то же самое, да? Ну что, уходила.